Я выращиваю салаты на своем дачном участке постоянно. Салат – это однолетнее либо двухлетнее растение семейства астровы или сложноцветное. Салат, как огородная культура, настолько широко распространен по всему миру и так давно используется в пищу, что откуда он родом, достоверно неизвестно. Разводимые разновидности салата распадаются на два ряда. Листовой салат, у которого листья не образуют кочан. Кочанный, а также римский салат или ромен-салат, у этих разновидностей листья образуют более или менее плотный кочан, а у римского салата очень рыхлый. Эту замечательную овощную культуру я выращиваю на своем дачном участке, напомню, на Алтае, каждый сезон. Сортов салата великое множество, но в последние годы я отдаю предпочтение сортам кучерявец одесский и азарт. Это полукочанные, среднепоздние салаты, имеют длительный период хозяйственной годности и относительную устойчивость к стеблеванию. Листики у кучерявца одесского курчавые, хрустящие, ароматные, светло-зеленого цвета, отличного вкуса, без горечи. Не отстает от него по своим хорошим качествам и салат азарт. Кроме того, в последнее время я постоянно пробую и разные другие сорта салата. Вот в этом сезоне я сразу несколько сортов высаживал и выращивал на пробу. И они дали отличный результат, что-то возьму себе на вооружение еще вдобавок к этим. Салат относится к холодостойким растениям. Его можно выращивать все лето, но лучшая температура для его роста 15-20 градусов. А в середине лета, в жаркую погоду, появляется цветушность, листья грубеют. Салат – это типичное растение длинного дня. Часто в летней и весенней культуре он выбрасывает цветоносные побеги, стрелки. А при коротком дне растет хоть и медленнее, но, как правило, не стрелкуется. Поэтому я выращиваю его в основном в два приема – ранней весной и в конце лета, причем только в открытом грунте. Иногда, конечно, выращиваю салат еще на лоджии, но это отдельный разговор. При весеннем посеве в конце апреля, начале мая выращиваю салат как промежуточную культуру, то есть размещаю его рядом с огурцами, кабачками, арбузами или дынями. Когда весь салат в июне месяце будет уже убран, то его место как раз понадобится разрастающимся плетям упомянутых культур. Второй раз салат высеваю уже в начале августа, на освободившееся место после уборки раннего картофеля, лука, чеснока или морковки, или клубники. В этом случае салат подрастает и достигает степени готовности в сентябре. Если осень выдается теплая, то салат может неплохо сохраниться и плодоносить вплоть до наступления морозов, то есть до ноября в нашей местности. Никакие удобрения под салат не вношу, и участок под салат не перекапываю, а только немного рыхлю верхний слой почвы граблями и формирую обычную грядку. Только после клубники я прохожусь культиватором, чтобы размельчить оставленные на грядке корни старой клубники. Затем делаю на грядке бороздки на расстоянии 20-25 см друг от дружки и высеваю на них семена салата на глубину 1,5-2 см. Бороздки аккуратно заравниваю, грядку мульчирую торфом, поливаю и все. Семена заготавливаю сам. Качество у них неплохое, поэтому всходит салат отлично и сразу активно идет в рост. Посев я делаю немного загущенный, салат этого не боится и растет очень хорошо. Кроме регулярного полива, рыхления и прополок, никакого ухода салат не требует. Зато польза от салата и для взрослых, и для детей очень большая. В листьях этого растения содержится каротин, витамины В1, В2, В6, ПП, Е и аскорбиновая кислота. Салат богат очень ценными для организма минеральными солями калия, кальция, железа, фосфора и другими. Есть в нем и немало микроэлементов. Алюминий, медь, барий, титан, стронций, хром, бром, висмут, никель, цинк и ряд других. Вследствие благоприятного соотношения калия и натрия, салат оказывает регулирующее действие на водный баланс в организме человека. Вдобавок ко всему перечисленному, свежесрезанный салат очень симпатичен на вид, обладая диетическими свойствами, очень вкусен и является прекрасным дополнением и украшением для множества блюд. Вот поэтому я очень люблю салат, выращиваю его постоянно. Чего я желаю всем огородникам тоже выращивать салат, получать хороший урожай и с удовольствием его кушать и быть здоровыми.